Всем привет! И сейчас я хочу продолжить свое видео по обзору МДП. Я сегодня сходил, купил некоторые игры для данной приставки и хотел бы вам их продемонстрировать. Включаем приставку. Вот она уже включенная. Попробуем, начнем мы с игры Demolition Man. Сделана она по фильму со Сталлоне. Картридж внутри, вот он. Выглядит вот так. То есть, если взять сравнение обычный картридж, то есть вот большой, а вот маленький МДП. То есть, смотрите, насколько в 5 раз меньше. Ну, не суть. Сейчас мы вставим и попробуем поиграть в эту игру. Игра идет отлично, в 30 кадров, то есть примерно. Ничего не глючит, не лагает. Вот игра пошла. Через камеру не особо удобно играть, поэтому... Так, полезли наверх. Джойстик, все плавно, отзывчиво, то есть без всяких проблем. Так, дробовик взяли. Ну, в принципе, понятно. Обычная пострелушка. Нажимаем reset. Естественно, настройки, потому что во встроенные игры, если заходишь, там настройки включаются, то есть перепутаны вот эти два пункта меню. Добился автофокус. Извиняюсь. А, тут одна игра, к сожалению, забыл. Попробуем мы.
поиграть вот в этот картридж. Ну вот, попробуем пятую игру. Всеми нам известные гоночки. Rock'n'Roll Racing. Попробуем один круг прокатиться. Все на русском. Ну, выберем. Зеленую. Ставим ловушку. Едем мы первые. Ой-ой-ой. Приехали. Так, попробуем другую игру. МК третий. Как на ней будет выглядеть Mortal Kombat? Сейчас мы увидим. Мой любимый Люкент. Вот кнопок маловато, всего 3. Чтобы МК нормально поиграть, надо 6 кнопок. Ну, один бой сыграем. Ох, меня выиграли, ё-моё. Меня выиграли, ё-моё!
Все. Ладно. Что-то у меня не получается в эту игру. Посмотрим другую. Не идет. Ну, вот, к сожалению, черепахи на ней не завелись почему-то. Красный экран показывает смерти. Эх, печаль. Ладно, давайте посмотрим еще один картридж. Здесь вот такие. 5 игр идет. Вот оно, описание этих игр. Все на русском. Попробуем поиграть в Соника. Сделано в России они. Вот так на ней идет Соник, то есть без всяких тормозов. Вот и мы прошли уровень. Посмотрим еще одну игру. Ну и на все на этом. Я думаю, посмотрим мы Дизи. Честно, у нее первый раз играю, ничего сказать о ней не могу. Даже как выйти. Нужно взять ключ, я как понял.
Так, а как взять ключ? Так, взяли ключ. Так, а куда ключ-то делся? А, вот он. А, вот, мы открыли дверь наконец-то. Все. Все, мы проиграли, короче. Ну, в принципе, все, что я хотел вам показать. Не показал я вам еще вот этот картридж. Ну, он не особо прям интересный. Тут есть, конечно, эко. Вот. То есть смотрите. Эко, Том и Джерри. Все по-русски. Roll to Rescue, Ghostbusters, Desert Demolition. Но его мы смотреть не будем, потому что уже и так много времени заняло. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всего хорошего вам.